Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А в горах также будет снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 4, плюс 1. В горах до 10 градусов мороза, а днем плюс 6, плюс 11. И в горах местами до нуля. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днем 8-10 градусов тепла. Сегодня у нас в гостях очередной победитель проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв» Руслан Эдиев. Он представил проект «Школа КВН» и заинтересовал всех членов экспертной комиссии. И в эти минуты в нашей студии Руслан расскажет, мои соведущие были Джазаевы, о путях реализации своего проекта и о своей работе в Центре управления регионом Карачаево-Черкесии. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Благодарю вас за то, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Тем более вы, насколько я понимаю, у нас впервые. Вы не так давно переехали в Карачаево-Черкесию, на свою историческую родину, и стали победителем, одним из победителей проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв». И у вас проект назывался «Школа КВН». Хотелось бы о сути и путях реализации этого проекта узнать. Но это не удивительно. Я хочу сказать о том, что вы 12 лет выступали в разных командах КВН. Вот расскажите. Как раз об этом хотел сказать. Просто для молодежи Карачаево-Черкесской республики, на мой взгляд, не хватает роста, ну, социальных лифтов, я так назовем. И КВН – это признанный социальный лифт. Я об этом часто всем говорю, потому что мне лично КВН дал многое в жизни. Когда я обучался в высшем учебном заведении, благодаря КВНу я закончил его на отлично. А обучаясь в аспирантуре, я благодаря КВНу, ну, не полностью, наверное, благодаря, но в какой-то части, в его моем раскрытии благодаря КВНу я получил звание кандидата политических наук. То есть КВН – это такая раскрепощающая, развивающая и раскрывающая человека, особенно молодого человека, игра. Но я бы не назвал это игрой, это образ жизни. Образ жизни, да. Совершенно верно. Да, да. Ну и проект. А проект «Школа КВН», да, он планируется в октябре этого года. Сейчас будем подавать этот проект после победы в кадровом резерве на гранты. Надеемся, что получим хорошую сумму, чтобы его реализовать. А проект простой. Мы хотим обучить путем «Школы КВН» не менее 150 человек. Выявить оттуда самых активных, талантливых, но и активных. КВН – это не только стоять на сцене и писать шутки, КВН – это еще многое другое. И создать сборную команду КВН, так как, если не ошибаюсь, с 2016 года у нас нет команды на территории республики, которая бы завоевывала хоть какие-то достижения. Как-то так. Сейчас вы работаете старшим специалистом ЦУРЕ. Да. Ну, вот понятие такое... Абстрактно, ЦУР. ЦУР, Центр управления регионом. Я не знаю, подробно как бы сказать о нем. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся... В общем, мы посредники между правительством и гражданами. В основном наша работа находится в социальных сетях. Все комментарии, все негативные, позитивные комментарии, неважно, все обрабатывается нашим Центром управления регионом. Также мы занимаемся исследованиями. Исследования относятся к узнаванию мнений граждан. Руслан, ну, мне остается пожелать вам удачи в работе. Спасибо. И, конечно, удачной реализации вашего интереснейшего проекта. Обязательно. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция», а в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых
оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». С 7 по 10 апреля выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке «ЮМИЛЦ». Краснодар, Конгрессная 1, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «ЮМИЛЦ» на сайте «ЮМИЛЦ.ру». Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Богдасаровых «Планета 13». Биберленд. Миру сыр.